я! Нож был у Дамьена! Нет, прошу вас! Галлия изначально была разделена на три части. Нас сейчас убьют! О, Господи, смилуйся! Они перебьют всех пленников! Умолкни уже, ненормальный! Где я? В аду. Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем играть в Assassin's Creed Unity, и как нам сообщили охранники, мы находимся с вами в аду. Это, друзья, тюрьма. Мы знакомы с... Эй, вы! Послушайте, кто-нибудь! Думаем, что другие мыслят так же, как и мы. Ну что ж, и теперь нам нужно узнать, может быть, есть какие-то тайные ходы, чтобы убежать отсюда. На что уставился, щенок? Легче находятся люди, которые добровольно идут на смерть, чем такие, которые... Так, это наша кровать. Нас с каким-то психом в камеру, по ходу дела, посадили, да? Так, а ты здесь, как я понимаю, главный, наверное. Что ж, располагайся. Спасибо. Ну ладно, давайте. Займем свое местечко. Как обычно, ребят, нас подставили. Мы попали в тюрьму ни за что, ни про что. Но это ничего не меняет. Ты где это взял, щенок? Не надо так шутить. Дай сюда! Ну, забирай. Если сможешь. Угу. Тут же нам предстоит уже первое разбирательство в тюряге. Смотрите на заднего, там парень, по-моему. Что-нибудь не так, желторотый? Боишься боли? Сейчас я его наваляю. Повезло тебе, щенок. Думаешь? А защищаться-то умеешь? Так убиваться за какое-то старье! Конечно, кому как не тебе разбираться в старье! А ну, повтори! Я уже все сказал, старик! Нравится тебе, да? Ух, как... Смотрите, как кровяшка брызгает прямо по стене. Вот это классно. Вот, с колена тебе. Есть! Ну что, еще хочешь, да? Оп, отлично. Часы и рисуй себе дальше, старый пень. Рисуй? Тут
Там, везде. Я про твои каракули по всем стенам. А где? А ну идем, щенок. Убери от меня руки. Смотри сюда. Ты чего? Вглядись. А ну вглядись. Нормально. Что это? Послание прошлого. Я облазил половину тюрем в Париже, чтобы найти их. Как тебя звать? Арно. Арно Виктор Дориан. Дориан. Да. Я Пьер Белек. Друг Шарля. Ну, конечно. Убит в Версале. Когда? 76-й? Кажется, в декабре. Без свидетелей. Откуда? Твой отец был ассасином. Свобода. Он отдал жизнь за свободу. Держись рядом. Если доживешь, вступишь в братство. Почтишь память отца. Все это невероятно увлекательно, не сомневаюсь. Но мне не до того. Мне срочно надо найти Элизу. И ты хочешь искать ее здесь? М? Что там творится? Народ бунтует. Гляди в оба. Возможно, нам удастся сбежать. Пушки палят. Для нас гром канонады предвестник свободы. Никого не выпускай. Не отставай. У нас нет времени! Я все вижу. Сиди. Эй, вы живы лицом к стене. По какому праву? Говорил же, не к добру это. Тихо! Стоять! Эй, вы живы лицом к стене. Стоять! Держи-ка их, щенок! Хоть один заденет, если не все еще лучше. Помните уроки Санжона! Ах ты ж! С нас 7 шкур уже спустят, ребят. Нет!
Ну, смотрите-ка, этот паренек тоже очень шустрый. Нас швырнули, и мы померли. Ну вот и первая смерть. Да, в толпе, конечно, не всегда понятно, кто из них будет атаковать, но я думаю, сейчас со второго раза у нас все прекрасно получится. Вниз потом, как? Лезь уже! Ну что, ребят, пока все хорошо. Я сдаюсь, сдаюсь! Сдаешься? Ну ладно. Чего ты застрял, щенок? Пора вниз. Что? Совсем из ума в тюрьме вышел, старик? Нет, я его пропил и давно. Живо сюда! Не могу, это невозможно! Невозможно! Это вызов любому ассасину! Когда поджилки не будут трястись, приходи! Пригодишься! Прощай, щенок! Ты, отойди от края! Черт! Охренеть! Вот это мы, конечно, сиганули. Элиза? Холодный прием. Нужно быть начеку. Особенно сейчас. Элиза, я... Вот как ты отплатил отцу за доброту. Элиза, прошу. Я не убивал месье де Ла Сера.
Твой отец был не тем, кем хотел казаться. Да и мой отец тоже. Я прекрасно знаю, кем был мой отец. И кем был твой. Наверное, это судьба. Ты ассасин. Я тамплиер. Ты? Ты удивлен? Отец хотел, чтобы я шла по его стопам. Теперь мне осталась лишь месть. Клянусь, я не виновен в его смерти. Это не так. Нет. Нет! Жизнью клянусь, это не я! Это... Письмо, адресованное отцу в день его смерти. Читай. Магистр де ла Сер, мои люди сообщили, что в нашем ордене против вас зреет заговор. Прошу вас, не теряйте бдительности на посвящении. Не верьте никому, даже тем, кого считаете друзьями. Да хранит вас отец понимания. Эл. Нашла на полу в кабинете отца. Нераскрытым. Я не знал. И отец тоже. Откуда мне было знать? Уйди. Прошу. Это такое, черт побери. Теперь открыт Париж для вас. Вы можете свободно исследовать город или начинать следующее задание в режиме одиночной игры. Хорошо. Давайте смотреть тогда, куда мы можем пойти. Прошли мы это задание. Нашли Элизу, но она, к сожалению, нам особо не верит. Кстати, где-то вот здесь вот ящик есть. Смотрите, там кто-то в здании, что ли? Вот это вот. Сейчас посмотрим в трактире. Культ Бафомета. Задание повышенной сложности. Ну, давайте попробуем. Чтобы вступить в секту Бафомета, принеси мне две священные чаши из собора Парижской Богоматери. Понятно, нам нужно найти две чаши. Ну, хорошо. Предлагаю тогда залезть пока наверх и оттуда уже осмотреться. Куда нам нужно идти?
Так, 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 так. Вот здесь вот. По всей видимости, нам вот здесь как раз в собор-то и надо как-то попасть. Вы не можете взламывать замки без навыка взломщик. Это, конечно, плохо. Ну, давайте тогда просто попробуем залезть на него. Две чаши в соборе. Честно, пока даже не знаю, как туда пробраться. Нам надо куда-то вот туда вниз. По всей видимости, без взлома туда просто не пройти. Почему-то так кажется. Сейчас посмотрим по карте. Так. Ну да, видимо, вовнутрь надо. И нужно сначала прокачать навык взлома. Так что, ребят, я думаю, наверное, мы тогда в следующей серии увидимся. И оставляйте побольше советов, комментариев. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и за поддержку. Пока-пока.